вот скажите, пожалуйста, величие Творца – это что такое? Как мне с товарищами разговаривать о величии Творца? И как это величие Творца мне описать своим товарищам, чтобы они его раскрыли, и мы действительно в группе раскрыли и держались этого величия? Мы всегда измеряем одно относительно другого во всем в мире, во всем в жизни. И поэтому, если я говорю, что кто-то больше, то относительно чего, относительно кого? Это наше измерение. Когда мы говорим о величии Творца. Относительно кого, относительно чего? Я измеряю это, как правило, согласно моей оценке, то есть согласно моему величию. Насколько Творец больше, чем то, что я могу сделать ему, или себе, или другим. Так мы проверяем одно относительно другого. И так все наши измерения устроены. Так что проверь, как ты проверяешь величие Творца относительно каких наслаждений, относительно каких, может быть, страданий, относительно того, сколько времени ты посвящаешь этому, сколько сил, сколько ты трудишься для того, чтобы раскрыть, постичь больше величия Творца в своих глазах, сколько часов в день ты вкладываешь в это, чтобы Творец был еще, еще больше в твоих глазах, или мысль. Ты можешь быть в разных работах, в разных состояниях, но вместе с этим ты... Вместе с этим ты заботишься о том, чтобы Творец был всегда самым большим в твоих глазах. Насколько, насколько можно больше. Вот и все. И тогда тебе не будет тяжело делать действия по отдаче. В целом, это в целом все правило. Что важнее, кто важнее? Или Творец, или твое эго? Одно из двух. То есть Творец скрыт для того, чтобы дать тебе свободу выбора, чтобы ты развил отношение к Нему больше, чем у тебя есть в явном виде отношения к твоему эго. Твое эго тоже царь. Хочешь ли ты, чтобы над тобой был другой царь? Насколько духовный царь будет больше, чем материальный царь? И здесь, из-за того, что духовный царь непонятен в наших ощущениях, в нашем осознании, у тебя есть группа, через которую ты можешь реализовать это. И так привести себя все-таки к правильным выяснениям.